Я хочу рассказать свою историю, если вы позволите. Я встречалась и жила, у меня был брак со спортсменом, и мой бывший муж Дмитрий Тарасов, но его уже не знают, раньше знали. Зачем я про него напомнила? Никто бы не вспомнил. Нет, я... И он очень... Раньше он играл за мою команду, теперь он без команды.